Сотрудниками правоохранительных органов совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций в Красном Луче планируется проведение профилактических мероприятий по недопущению возникновения пожаров в лесах и сельскохозяйственных угодьях. В частности, это касается поджогов сухой травы, стерни и камыша в пожароопасный период с апреля по октябрь. Министерство внутренних дел призывает граждан не губить экосистему и не сжигать траву. Подпал сухого травостоя вызывает гибель всей полезной микрофлоры почвы, в том числе и той, которая способствует противостоянию болезням. Во время выжигания сухой травы могут погибнуть и пострадать животные, пресмыкающиеся земноводные. А кроме того, едкий дым негативно сказывается на здоровье астматиков и аллергиков. Также на особом контроле городского отдела стоит вопрос о недопущении умышленного нанесения вреда экосистеме, равно как и поджога имущества граждан. За такие деяния Уголовным кодексом ЛНР грозит наказание, предусмотренное статьей 186, и наказывается принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же период времени.